schieß dich einfach ab. Leg dich einfach flach. Nimm dich mit zu mir. Steck dich in mein Haus. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики. С вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Wolfenstein: The Old Blood. Look at that. It's raining Nazis. Так, да, и мне, в общем-то, не сюда надо было. Так, возвращаемся к нашим баранам. Наши бараны были убиты прямо здесь. О, каска на стуле висит. Возьмем. Так. Где же выход? Выход-то где у нас? Еще одна аптечка. Буду собирать все подряд. Так, бомбиншус. Зарядимся. Так, не сюда. А, ёлки зеленые. То есть, вот эта секретная область, которую я нашел, она капец какая вообще необязательная это была. Я ее, по идее, не должен находить. Но я эту дыру в стене вообще напрочь не видел. Вот просто вот даже близко не видел. И поэтому полез вниз, потому что думал, а куда еще? Господи, ну серьезно, что ли? Охреневшие уроды. Ах ты, тварь, а. Ну я попал. Я хотя бы попал. Получи, урод. Надо еще стабилизироваться, а то ведь, понимаете, прицелишься вот так вот, и он ведет, ведет куда-то. Там вроде никого. Ведет его, блин, куда-то. О, гранатки. Пригодятся. Это типа пиво с крендельком, что ли? Ну, прекрасно. Просто чудесно. Я думаю, что он там, внутри. Сейчас поговорим с ним. Нет? О, вот так вот. Ну, как бы. Ладно. Ладно, хорошо. Я думал, что он там сидит, и я с ним сейчас переговорю. А, нет, я просто перешел в другую область. Где меня ждут? О, господи, боже мой. Боже мой. Куда он идет? Так, встал, стоит. О, черт. Хорошо, что он в глаза долбится и вообще ни черта не видит. Смогу я его быстро убить, а? Его нельзя быстро убить, понимаете? Я могу его взорвать, в принципе. Одной тварью меньше. Так. Надо найти еще одного мерзавца-офицера. И тогда уже, в принципе, остальных можно мочить. Но эта мразь, как и подобрает мрази, она где-то прячется. Она где-то спрятала свою жалкую тушку. И не высовывается. Чтобы потом, как и подобает любой порядочной мрази, сидеть где-нибудь в уголке и подсирать мне. Вызывать этих уродов. Новых и новых. Все больше и больше. Заткнись. Что, все? Так, он, кажется, где-то здесь. Пошел ты, тварь. Хе-хе-хе. Библиотека. В этой библиотеке можно найти книги о любых областях знаний, от истории до современной литературы. Местные жители считают, что в библиотеке замка Вульфенштайн хранятся в том числе запретные колдовские книги, такие как Унаусшпиль.
Прехлихан Культен. Невыразимые культы. И ужасный Некрономикон. Хо-хо-хо. Круто. Некрономикон, это серьезно. Так, ну все, шкериться незачем. Боменшус в руки и вперед. И вперед. Правда, вряд ли меня еще и найдут. И, скорее всего, что-то мне подсказывает, что меня ищет-то кто? Только ослина с дробовиком, на которой мне, в общем-то, наплевать. Поэтому, ребятки, разгоняемся. И подкат. Вот так. Уэсли. О, Уэсли, я нашел тебя. Но сначала почитаем рапорт. Следователь штурмбанфюрер Руди Едигер. Субъект. Двойной агент, работающий на союзников. Субъект был задержан в замке Вольфенштейн в сопровождении другого агента. При попытке проникновения в кабинет фрау Оберштурмбанфюрер. Есть подозрение, что агентам оказывали помощь силы сопротивления в Падерборне. Первое. Субъекты были заданы вопросы относительно его личности. Задание в замке Вольфенштейн, цели посещения кабинета фрау Оберштурмбанфюрер, а также имени контакта в Падерборне. Субъект отказался отвечать на все вопросы. Второе. К субъекту был применен электрошок. Однако подозреваемый оказался гораздо крепче, чем можно было предполагать. Он продолжал отказываться от сотрудничества, несмотря на физические страдания. Третье. Вместо электрошока были применены другие техники допроса. Удары по голове тупым предметом, нанесение порезов, обливание ледяной водой. Безрезультатно. Субъект отказывался сотрудничать. Большинство людей сломалось бы гораздо раньше. Очевидно, субъект крайне опытный агент очень высокого ранга. Четвертое. Субъект отказывается называть себя или свой контакт даже после длительного сеанса электрошока. Субъект крайне измотан и, скорее всего, еще несколько секунд электрошока убьют его. Допрос прерван с целью дать субъекту восстановить силы. Зря. Зря, урод. Иначе я бы тебя тут и прикончил. Анатомический театр. Бывший анатомический театр замка Вольфенштейн стал местом, где нацисты оттачивают свою продвинутую технологию допросов. Ну что, я чувствую, мне здесь сейчас придется пострелять. Причем знатно. Поэтому давайте-ка мы сейчас знакомимся с территорией. Посмотрим, что у нас здесь есть. Возьмем патронов по максимуму. Книжка какая-то. Кто-то здесь, видимо, почитывал. Так. О, даже бар есть. Ни хрена себе. Нормально. Берем броню, здоровье пока не трогаем. Эти уроды полезут изо всех щелей. Это я гарантирую. Так. И здесь у нас тоже бронька. Ну что же, в принципе, можно спускаться, я думаю. Да, а вот и дверка, куда мне придется бежать. Ну, скорее всего. Итак, привет, дружище. Hey. Come on, Wesley. Wake up. Gotta wake up. Come on, Wesley. Blaskowitz. Yeah. Some dire straits we've gotten ourselves into, eh? I don't know how you pulled through it, soldier. Come on. There you go. I have a secret trick. Count to four. Inhale. Count to four. Exhale. You got it. You should try it. О, фак! Вот так да. You all right there? Huh? О, черт. I was a bit worried we had lost you. Greta, Blythe. Greta was hungry. I didn't want the flesh to go to waste. I'm sure you understand. You sick little Nazi fuck. Little Nazi fuck. You are a funny man, clown of the class when you were a boy, I would guess. Well, the funny ends here. My father died of electrocution. Such accidents were not unusual at the coal fields of Hoover Valley. I remember my uncle telling me that he was standing in water when it happened. Water is a conduit for electricity. And what is in our bodies? That is right, water. When I press this button, electricity will flow through your body, carried by this water, and it will cramp up and you will feel the most intense pain you've ever felt in your life. If you do not want to feel this pain, which is completely understandable,
You need to answer my question without hesitation. So, who is your contact in the village? Claus. Who is this Claus? Santa Claus. Fuck you. Черт! Your comedy act won't save you. Talking will. Why do you insist? Your boys are dying out there on the beaches and the fields. It's pathetic, like pulling the wings off an insect. Your war is lost. When I break free, I will fry you in this chair till you die. Вот урод. Count to four. Inhale. Count to four. Exhale. One last time, then I will kill you. Who is your contact? Я убью тебя. Yes? И твою псину. And when I'm done with you, I will kill your dog. Да, Бласковец. Мы с тобой на одной волне. Давай. Ах ты мразь. О, не ожидал, тварь. Не ожидал, ублюдок. Так. Псина, 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 псина. Да. Killed your fucking dog, Rudy. Где он? Черт! Sorry, I couldn't save you, pal. Мразь поганая. Мразь поганая, что мне делать-то? А, оружие. О, господи! Мне оружие-то надо где-то взять. Так, хорошо, отлично, автомат у меня уже есть. Прекрасно, начало положено. Так, теперь мне еще надо будет каким-то макаром вернуть себе все. О, боже ты мой. Господи, так. Бомбеншус. Твою мать, твою мать. Твою мать. Ох ты, твое. Налево. Мать моя. Пошел ты нахрен. Тихо, 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 тихо. Мразь, сдохни. Опять патронов нет. О, боже мой. Валим, валим, валим. Патронов ни хрена, броня. Патронов-то нету. Черт, ну я так и знал, что не получится у меня. Ну, черт возьми, я же брал автоматы. Какого хрена там не было патронов? Спрашивается. Sorry, I couldn't save you, pal. Так, берем трубу. Берем трубу и сейчас найдем какого-нибудь ублюдка где-нибудь. Так, вон туда пойду. Сюда пойду, чтобы они не зажали меня где-нибудь, главное. Так, вот он. Тварь, а. Так. Черт, слышу, что кто-то идет, да не вижу кто. Не вижу откуда. Так. Давайте, ублюдки, давайте. Хрена лысого, я отсюда выйду теперь. Давайте, твари, ну. Ну. Вот. Где еще один? Вон. Так, берем бомбеншус. Хорошо. Слышу, они тут шарятся где-то. Сейчас придут. Так, аптечки набрали. Надо подняться наверх там. Патронов набрать. Так. Вот они. Вот они, мои патрончики-то. Так, хорошо. Отлично, заряжаем. Заряжаем. Так. Где эти твари? Воу! Ха-ха, стоят в пол, смотрят. Стоят в пол, смотрят. Ну, прекрасно. Черт промазал. Есть. Кто, кто? Господи, ну вы и мрази, а. Ну вот, не лезут, не лезут, не лезут, не лезут. Бац, откуда-то сзади вылез. Ублюдок. Так, там аптечка. Нужно держаться поближе к ней.
Вот как он через низ уже успел пробежать. Я же вроде наверху их всех заметил. Никого внизу не было. Твари. Ах ты сволочь, иди сюда. Ох, ёлки, там дробаш, что ли? Так, я пойду за аптечкой. Мне пора за аптечкой. Ой-ё. Где этот чертов дробовик? Вот он. Тварюга, а? Ну? Давайте. Давайте, сучки. О-хо-хо, я ему сзади в бак попал. Шикарно. Так. Вот где-то топчутся они здесь прям. Геморное место вообще. Надо очень аккуратно. Один в тыл зайдет, и все. И можно считать, что все потеряно. Так, где дробаш там? Вот, слышите, слышите, топчутся. Топчутся, мрази. Так, забираем все патроны. Все, что я здесь настрелял. Только бы сзади не зашли, ё-моё. Вот слышите, да? Сучки. На тебя, тварь! Заряжаем, пока никого нет. Ну, кто-то еще есть. Вроде бы. Да-да-да. Есть. Все. Фу. Ну, ё-моё, наконец-то. Наконец-то эти мрази кончились. А, мне прям сюда и надо. Давайте-ка я пойду. Соберу патронов. Может быть, аптечку какую еще найду. Брони, потому что, ну, полная лажа. Полная лажа, ни хрена нету. Так, вот, немножко броньки. Аптечка, хорошо. Так. Там они респались в этой маленькой комнатке. По-любому. Так, патроны для этого пистолета ручного. Правда, где мне теперь его взять, этот пистолет ручной? Не знаю. Так, ну все. Никого? Вроде никого. Ну что ж, вперед. Get a grip, BJ. Carry on with the plan. Grab a cable car to the village. Rendezvous with Kessler in the tavern. No hill for a stepper, right, Billy boy? No hill for a stepper. Ну что ж, дорогие друзья, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.